Но всем здорово, дорогие друзья, с вами снова я, Найр. И в этом видеоролике я тебе покажу, как ты можешь со 100% вероятностью встать на хелперку. Если я тебя хоть чуть-чуть заинтересовал, то желаю тебе приятного просмотра. Но перед началом данного видеоролика я бы хотел тебе порекомендовать канал Remington Samp. Этот парень недавно создал свой канал на ютубе и нуждается в вашей поддержке. Давайте поставим ему лайк на последнее видео и подпишемся на его канал. Для начала я бы хотел вам показать команды, которые доступны хелперам. Если вы введете команду HHelp, у вас откроется меню, в котором написаны все команды хелпера, а именно O и ANS. При вводе команды ANS вы сможете ответить на репорт от игрока. А сейчас я вам расскажу, как проходил мой обзвон и как же меня назначили на пост хелпера. Начнем с того, что вы должны заполнить заявку в специальном разделе на форуме. Лично я вам советую оставлять заявку максимально заполненной, тем самым у вас больше шансов будет встать на хелперку. То есть распишите все о себе и о ваших идеях на хелперке. После этого, если вас одобрят, то вы попадете на обзвон. Советую мне опаздывать на обзвон, или иначе вы просто его пропустите. Теперь от вас остается только не нервничать и не показать свою неуверенность. На самом обзвоне спрашивают больше команды, то есть, например, как продать оружие, или же как грабить дом. Советую вам заскринить это и выучить, ну или же просто втихаря смотреть на обзвоне. Это небезопасно. Если вы все же попадете на хелперку, то настоятельно рекомендую вам отыгрывать всю дневную норму, а именно желательно играть по 5 плюс часов. Ну а с вами был, как всегда, я, Найр. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, пишите мне в ВК, я обязательно отвечу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и также писать комментарии с креативными идеями. Самая креативная идея получит вознаграждение лично от меня. Всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, я, Найр, всем удачи и всем пока-пока!